Сегодня мы здесь 20 миллиардов. Микрофон, пожалуйста, уменьшите. Я буквально понял, что мне необходимо было узнать, сколько. 20 миллиардов необходимо, чтобы выполнить всю программу. Но если столько денег не хватает, что мы с него можем взять? Вот мне охота сказать, что администрацию надо тоже городов, поселковых советов, районов привлекать. Вот на сегодняшний день по городу Ачинскому, например, Ачинскому району, обращаясь к главой района, города, они вообще не хотят со мной на эту тему разговаривать. Есть рефоператор, есть Министерство экологии. Ну, как-то надо, вот мы не собираем собрание провести, я предлагаю вам дать вашего представителя, чтобы там и местная власть, и Министерство экологии сели, мы как прошлый год за круглый стол сели, определили направления, приоритеты, и чтобы администрация города и района отвечала. По поводу города Ачинска, я Виталий, сегодня буду с коллегами встречаться, они вечером приезжают ко мне, в том числе и по полигону в Ачинске, по реконструкции. Эта работа ведется, у нас есть как минимум 4 сценария, как можно довести. До того, как полигон не был отдан в такое в акционерное общество, не был реорганизован, вот так назовут. Мы могли давать деньги до муниципалитета. Сейчас это с краевой казны напрямую довести нельзя по нашим госпрограммам. Поэтому либо они самостоятельно ищут деньги, либо мы взнос в город Ачинск делают, и они транслируют до полигона, либо также то, чем я сказал чуть выше, отдают в казну Красноярского края, и мы уже поставим и будем сами отвечать за этот полигон, потому что мы заинтересованы в этой.